Добрый день! Мы рады представить вам казахстанский выпуск 20-го ежегодного глобального опроса руководителей крупнейших компаний мира, проводимого нами. Мы постарались определить основные тенденции и закономерности развития мировой экономики, а также понять проблемы, настроения и устремления бизнеса, влияющие на принятие решений нашими руководителями. В этот раз в исследовании приняли участие более 1400 первых лиц бизнеса из 80 стран, а также 56 CEO, работающих в Казахстане. Руководители казахстанских компаний уверены прогнозируют рост доходов своего бизнеса в 2017 году. В этом они превзошли ожидания российских коллег и совпали с позицией зарубежных глав компании. Индикатор оптимизма взлетел до 84%. После всех тех кризисных моментов, которые у нас были, мы очень тщательно относимся к всем нашим новым инвестициям, ко всем новым развитиям. И поэтому план и бюджет группы на 2017 год позитивный. В ответах на традиционный вопрос взаимоотношений бизнеса и власти почти половина опрошенных готовы помочь правительству в повышении инвестиционной привлекательности. Чуть меньше в подготовке высококвалифицированного персонала. Первое, с точки зрения инвестиционной привлекательной стороны, здесь, пожалуй, один первый тезис, что мы международный институциональный инвестор экономики Казахстана номер один, если смотреть совокупный кредитный портфель группы Сбербанка. То есть высококвалифицированный персонал. И далее, это вот там предсказуемая макроэкономическая среда. Ну, мы вот уже делаем, участвуем и, понятно, готовы дальше делать. А почему мы это делаем? Потому что, ну, это одна из наших основных ключевых компетенций. И просто делимся этой экспертизой по мере того, насколько она там актуальна для них или применима. Важно отметить, что казахстанский бизнес в этом году проявляет рекордно высокий настрой на сохранение, увеличение и развитие персонала, способствуя правительству в решении проблемы безработицы. В этом году мы уже выявили наших звезд, которые явно будут расти, и начинаем программу, готовить программы и подготовки будущих руководителей и замещения руководителей. Мы попросили наших руководителей прокомментировать предстоящие важные события 2017 года, международную выставку «Экспо-2017» и запуск Международного финансового центра «Астана». Большинство CEO видят позитивное влияние этих событий на инвестиционную привлекательность нашей страны. Хотя и пока не видят прямого влияния на их бизнес, но при этом они не отрицают этой возможности в будущем. We have signed the 3000 square meter Ramstore supermarket investment in Expo Astana organization. That's in mega Silkway shopping center. Да, скорее всего, будет косвенное, связанное в целом с увеличением бизнес-активности, с ростом инвестиционной привлекательности страны, с притоком дополнительного капитала в страну и так далее. Да, то есть вот это для нас будет дополнительным позитивным стимулом. Большая часть руководителей казахстанских компаний считает минувший год настолько тяжелым, что главным достижением 2016 года они называют сам факт выживания бизнеса. Наверное, лучшее достижение казахстанского бизнеса – то, что он выжил. Если казахстанский бизнес показал, что он может адаптироваться и быть частичкой глобальной экономической системы. Мы надеемся, что результаты наших совместных усилий внесут скромную лепту более глубокое понимание актуальных процессов, происходящих в экономике Казахстана, позволит корректно оценить основные проблемы и огромные потенциальные возможности нашей республики.